Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть The Forgotten Ones. Мы находимся в комнате, похоже, в личной спальне этого Шницельмана или как-то. Я его как только не коверкал имя. В общем, что я хочу сказать. Мы не знаем, куда идти, но в принципе у нас куча интересных вещей в инвентаре. Допустим, есть разводной ключ и есть еще один валв. Есть кусачки, которые нам пока не нужны. Есть кувалда, которая, я думаю, нам скоро пригодится. Сейчас последнее, что мы нашли, это вот этот wrench, то есть разводной ключ. И с его помощью, я думаю, мы попробуем кое-что провернуть. Ну и кроме всего прочего, я бы хотел отметить, что у нас есть ПП, пистолет-пулемет МП-40. Но он какой-то совершенно ужасный. Совершенно ужасный и... Кто там что хочет? Ого. Вы помните, здесь на полу лежала мертвая дама, теперь ее нет. Короче говоря, быстренько надевайте наушники, потому что в этом смысл и в этом соль. Пистолет-пулемет, о чем я хотел сказать. Да блин, пистолет-пулемет просто никакой, потому что требуется огромное количество попаданий, чтобы вывести стандартного противника из себя. Это, по-моему, не очень хорошо. Так, я точно не могу эту дверь взломать? Давайте попробуем. Так. Судя по всему, нет. И это очень печально. Еще мы нашли головоломку, связанную с пианино, в другом месте. Но это в другом месте, поэтому это нам не пригодится. Хотя попробовать стоило. Ох уж эти звуки. Здесь на одних звуках можно просто кирпичную фабрику построить. Казалось бы, ничего не происходит, но постоянно вот эти вот блуждающие завывания, какие-то звуки точеных ножей просто выносят мозг. Ох, ладно. По крайней мере, у нас хватает мест, куда можно пойти. Меня это радует. В конце предыдущей серии мы сходили еще в одно место. Блин, я не знаю, меня это все настолько беспокоит. Мне настолько тут некомфортно, что я просто забываю, о чем говорил. Короче говоря, в конце предыдущей серии мы сходили в то место, через которое мы и попали в это имение. Там, где вентили, там не хватает куска трубы. Если мы найдем где-то кусок водопроводной трубы, у меня будет праздник. Потому что ту головоломку я очень давно хочу решить. Вон там у нас другая головоломка с музыкальными инструментами. А нам, судя по всему, придется идти вот сюда. Так, это что такое? Хм. Странно. В фашистском домике такое видеть. Это же практически еврейская звезда. Так, хорошо. Тут есть кто-нибудь? Не похоже. Чем мне не нравятся твари, которые водятся вот именно здесь, тем, что они бесшумны. Они бесшумно бегут к тебе, и ты их замечаешь только в тот момент, когда уже становится слишком поздно. А монстры здесь, напомню, в большинстве своем, они, если подобрались к тебе, то труп. Хоть ты будь там гранатометом вооружен, они не дадут тебе ни одного удара сделать. Это, по-моему, хорошо. Ну как хорошо. Вы знаете, вот теперь мне стало спокойнее. Я, пожалуй, лучше так похожу, потому что вот это вот какая-то совершенно неполезная штука. Повторюсь, рожок в рыло на самого слабого монстра.
Так, и вот у нас что-то интересное. Сюда применить, я думаю, нет. Да нет, блин. Не поддается. Так, хорошо, что же делать-то тогда? Я что-то уже и затрудняюсь сказать. Сейчас в провода засуну и поджарюсь. Это была моя главная надежда, то, что этот гаечный ключ нужно применить туда. Да нет. Ладно, хорошо, значит, мы будем ходить и искать. Что-то ботинки. Так, хорошо. Не знаю, с карабинчиком гораздо лучше. Все-таки насколько спокойнее себя чувствуешь, когда ходишь по знакомым территориям, по уже исследованным. Да просто праздник какой-то. Так, ну там, я так понимаю, пока ничего, потому что у нас диска нет, поэтому и смысла туда идти особо тоже нет. Хорошо, значит, мы сейчас пойдем. Я что-то даже не знаю. А что, если попробовать спрыгнуть вот сюда? Я же не убьюсь, я думаю. А, я просто спрыгнуть не смогу. Потому что там вроде как было что-то интересное, но из-за того, что вылез босс, мы не смогли рассмотреть все более-менее подробно. Но зато двери я имею в виду. Так, ну хорошо. Еще есть какая-то дверь, которая по ощущению вполне возможно заглючила. То есть она как раз здесь и находится. Так, и мы все время ходили направо, а прямо у нас дверь, по-моему, не открывается, да? Да, не поддается. Короче говоря, вон там секретная дверь, которую мы открыли. Но как открыли? Мы ее нашли, но мы не можем открыть, вообще никаких доступных действий нет. Как, почему, не совсем понятно. Ладно, давайте более внимательно изучим вот это место. Ох уж эти звуки. Так, это я не могу сломать. All valves must be opened in order to deliver max pressure to give energy to the generator. This is the only way to keep the bunker lit. Да, бункер надо осветить. Для этого нужно все повернуть в правильном порядке, но как это сделать, тоже интересный вопрос. Вот моя любимая. Хорошо, оружие свое мы вернули. Что еще можно в этой комнате сделать? Что-то я даже не знаю. Ничего похоже. Ладно. Пойдем в туалет еще раз ходим. Но там, по-моему, тоже ничего нет. Короче говоря, игра такой вот. Прям привет из 90-х. Это стопроцентный Resident Evil. Ну, по атмосфере, не по сюжету, конечно. То есть именно ходишь по огромному дому и занимаешься поиском и решением головоломок. Причем большую часть времени пытаешься понять, куда же тебе дальше идти. Это так знакомо. Я на самом деле обожаю такой подход. Да что ж такое, а? Странно, я не понимаю. Моя не понимать. Так, хорошо. Это было бы тупо.
Это, я думаю, тоже. Это также. Так, ну ключи. Ого. Хоть надписи бы какие-то появлялись. Это же вообще не правое крыло. Почему этот ключ сюда подошел? Хорошо, ладно, допустим. Не знаю, хорошо ли, что на моей винтовке есть вот этот прицел. На ближних расстояниях он только портит. Карта верхнего этажа. Карта леса. Зачем мне карта леса? Так, туннели. Ох, как тут все видно, как все понятно. Ну и что тут можно понять? Так, мы находимся сейчас... Так, right wing. Ну-ка. Да нет, честно говоря, тут ничего особо не понятно. Ладно, придется на свое чувство ориентирования рассчитывать. Вы знаете, тут дорога наверх, поэтому и сейчас, я чувствую, будет очень много всяких событий происходить. Поэтому я вернусь, сохранюсь, и если на меня накинутся монстры, а здесь это... 50 на 50 закончится тем, что ты умрешь просто. Мы не будем бежать издалека, мы будем бежать прямо отсюда. Подстрахуемся лучше, да? Я вообще на самом деле рад, что мы нашли какой-то новый лаз. Потому что я уже, честно говоря, затруднялся сказать, что же нам было дальше делать. Эта дверь очень странно работала. Вы заметили? Нажимаешь кнопку, никакой реакции. То есть такое ощущение, что она просто текстурная какая-то. А на деле оказалось, что здесь вон какое огромное помещение. Ух, твою мать! Просто забей. Так, на ППшку. Nicht kaputt, nicht kapitulieren! Шензель, Шницель верит в демонов. Его алтарь проклятых снова был использован для жертвоприношения, для убийства невинной жертвы. Я читал его документы, и я верю, что книга — это ключ к уничтожению тьмы. Это единственная их слабость. Вы знаете, это такое место, где прилететь может из каждого угла. Хорошо, я сейчас осмотрюсь с этой штукой, чтобы в случае чего убить. А потом, когда удостоверюсь, что здесь более-менее безопасно, возьму в руки фонарик. Ну, вроде как ничего, да? Давайте второй этаж проверим. А потом уже будем подробнее смотреть. Там наверняка мелких деталей куча. Так, а тут что? Офигеть. Ого, что это? Древняя книга. Хорошо. Это та самая книга, про которую мы только что прочитали. Или как? По-моему, так. Ладно, здесь, насколько я могу увидеть, по-моему, все более-менее безопасно. Хорошо. Давайте тогда осмотримся.
Бегает он, конечно, с фонариком просто очень сильно. Так, хорошо, по часовой стрелке. Потихонечку все. Не спеша. Какие-то свитки. Нет. Ничего полезного. Здесь спокойно. И здесь ничего. Очки. Как в комментариях написали, очки Лепса. Кстати, да. Рюмка водки на столе. Не знаю, сегодня меня пока еще не настолько зашугали. Сегодня я могу еще и веселиться. Это хорошо. Кто где ходил? В игре определенные проблемы есть с подъемом боеприпасов. Если в случае там кто-нибудь за мной, допустим, будет гнаться. Ого. Маузер. Офигенно. Так, ну в целом, кажется, все, что можно и нужно, подобрали. С Маузером, я думаю, будет полегче, если он действительно настолько убойный, насколько я думаю. Потому что это реально слонобойное оружие в реальной жизни, я имею в виду. Но с другой стороны, я про МП-40 думал, что она будет просто рвать всех. Так, а что это? Чуть не прошел мимо, смотри. Какой-то рычаг. Хорошо. От чего? Я думаю, в будущем мы это узнаем. Давайте попробуем с этим походить. Хорошо, и тут целое крыло, куда можно пойти. Или можно по карте посмотреть. Так, лайбрари находится вон где. И точно не поймешь, в какую сторону от него уходит этот коридор, поэтому... Ладно. Карта все равно. Все равно бесполезна. Да. С какой стороны придут? Ожидать можно с обеих сторон. Спокойно. Твою мать! Ваш Маузер вообще, ну смысла в таком оружии, которое не убивает? Зачем? Ой, я, блин, так перепугался. Но вы знаете, я делал правильно. Зашел в помещение и сначала начал его зачищать, чтобы потом уже осматриваться. Потому что если бы такое напало со спины, то это все. Я бы просто там и кончился. Короче говоря, что в этой игре выручает, так это карабины и винтовки. Твою мать. Это просто какой-то огромный особняк. В нем столько всего. Это же просто невероятно вообще в целом. Куда ни пойди, везде развилки, везде. Мне это очень нравится. Не подумайте, что я ругаю. Я реально в восторге. Потому что такого обилия путей в современных шутерах, скажем, вообще не встретишь. Там, как правило, идешь по кишке.
Дверь открылась, мы какой-то срез открыли. Отлично. Very good, very good. Вообще просто супер. И теперь мы можем сохраниться. Только в этой комнате постоянно такие звуки, что... Мама, не горюй. За дверью по-прежнему кто-то беснуется. Ну а мы с вами, наверное, на этом будем прощаться, потому что у меня тут небольшие технические проблемы. Вы этого не видите, но половину экрана я тупо не вижу. У меня вызвало всплывающее окно. И просто так его убрать, свернуть не получится. Мне нужно будет ребутать систему. Так что, извините, если серия вышла короткая. Ну, по-моему, она вышла нормальной по времени. И, кроме того, я рад, потому что мы нашли кучу интересных путей, куда можно двигаться. Это хорошо. А как бы там ни было, увидимся завтра в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.